знак зодиака, который практически невозможно понять. Наше время рождения имеет огромное значение. Оно влияет не только на наш характер, но даже на судьбу и внешность. Переход Солнца через определенное созвездие в момент нашего рождения определяет знак зодиака. Каждый знак зодиака имеет свой период действия людей. Родившихся под определенным знаком зодиака объединяют схожие черты личности. Гороскоп знаков зодиака поможет узнать о скрытых и, возможно, неизвестных качествах, талантах, достоинствах человека, рожденного под тем, либо иным знаком зодиака, подскажет, как их раскрыть и правильно использовать, а также поможет достичь проницательности в жизни. На первый взгляд, у людей, которых сложно понять, рожденных под этим созвездием, мягкий и легкий характер. Они заботливы и нежны, с самого детства отличаются хорошо развитым воображением, поэтому часито уходят в страну собственных грез и фантазий. С ними интересно, ведь их внутренний мир настолько глубок, что узнать их до конца просто невозможно. Речь идет, конечно же, о рыбах. Они чувствительны и ранимы, принимают все близко к сердцу и остро реагируют на критику. Это не всегда можно заметить, ведь рыбы склонны скрывать свои истинные эмоции и переживать их наедине с самими собой. Люди этого знака часто разрываются между противоречивыми чувствами. Они осознают, что немногие способны понять их правильно, хотя и сами порою не догадываются, в чем причина. Зато об этом хорошо знают астрологи. 1. Рыбы многое держат в себе. Они хотят, чтобы люди понимали их, но не всегда могут найти слова, чтобы выразить, что они чувствуют или в чем нуждаются. Они много времени проводят в собственных размышлениях, поэтому многим людям не просто найти с ними общий язык. Дайте им время, окружите их заботой, вниманием, поддержкой, и они откроются вам. Говорите с ними об искусстве, фантазиях и творчестве, и они охотно включатся в беседу. 2. Они часто меняют реальность на мир грез. Реальность кажется рыбам утомительной и скучной. Им некомфортно среди вечной суеты, перемен и шума, поэтому они часто находят комфорт и утешение в собственных мыслях. Здесь они могут найти вдохновение и отдохнуть душой. Примите эту особенность рыб, и вам станет легче находить с ними общий язык. 3. Они доверчивы. В юности рыбы готовы с легкостью отдать сердце тому, кто, по их мнению, заслуживает этого. Они влюбчивы и эмоциональны. Своему партнеру они доверяют безгранично и готовы ради него на все. Однако такая преданность часто оборачивается для них катастрофой. Разбитое один раз сердце рыб уже никогда не станет прежним. 4. Рыбы хотят сблизиться с вами, но боятся, что им сделают больно. Они добры, заботливы и внимательны. Именно поэтому люди часто злоупотребляют этими качествами рыб. Они хотят близких отношений. Но, поскольку в прошлом им слишком часто делали больно, они боятся раскрыться. Дайте им шанс, и вы увидите, насколько глубокими и прекрасными могут быть ваши отношения. 5. Им нужно много личного времени и пространства. Это не значит, что они не хотят видеть вас в своей жизни. Просто внешний мир слишком истощает и выматывает их. Уединение необходимо рыбам, чтобы прийти в гармонию с собой. Однако поддержка и внимание также необходимы им, поэтому не отпускайте их слишком далеко от себя. 6. Они очень независимы. Они не любят полагаться на кого-то и предпочитают использовать свои собственные ресурсы для достижения целей. Их пугают слишком высокие требования и ожидания, они боятся ограничения своей свободы. Поэтому никогда не давите на них. Если вы проявите терпение и не будете предъявлять им никаких требований, они станут самыми надежными, верными и заботливыми партнерами или друзьями. Рыбы – непростой знак зодиака. И все же, если постараться, то можно найти с ними общий язык, и судьба наградит вас за старание самым верным другом. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.